Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, продолжаем проходить Бога Войны. Так я и не нашел, куда можно было бы зеленый этот луч присобачить, прежде чем подниматься наверх. Вот, а такого времени не хватает. Есть, конечно, сила, которая замедляет время, но я не знаю, насколько ее вообще хватит, чтобы добежать. Возможно, действительно, потом мы сможем больше, чем 10 секунд носить этот цвет зеленый. В общем, пока я решил оставить это на потом. Look here. Whatever. Я не буду поднимать свитки, я же бог. Пусть кто-нибудь за меня это сделает. Понятно. И убежал, главное. Ну иди, дерись, чё встал-то. Почему он, кстати, всегда меня бьет? Не очень интересно. Бей по нему своим холодом. Прикольно так радоваться, когда бы я практически в соло его убил. Ну да ладно. Так, это, кстати, скорее всего, наш путь дальше. А, возможно, кстати, и нет, возможно, там сюда. Ничего себе, новая броня. Что-то кажется. Но это с топора, по-моему, капает. Супер бустит восстановление, но все остальное просто в ноль. Не, мне вот эта вот моя больше нравится. Я думаю, что на более высокой сложности мне бы здесь пригодились вот эти вот чаши с огнем против ледяного как раз врага. Да, я забыл, что эти только от взрыва уничтожаются. Whatever.
Но вообще, с какой-то стороны, даже хорошо, что он стал больше молчать. Так, бронька. Опа, повышает восстановление. Интересно, аж на 26. Ну, в принципе, если... Хотя нет, опять эти змеиные руки вонючие. Я бы, наверное, даже взял и прокачал бы за деньги, да? Получается, вот мое 5 уровня так, а это 5 еще на один уровень может прокачаться. То там, возможно, статы более-менее выровнялись бы, и мне бы хватило этого. Но эти змеиные руки, я с ними уже находился. О, привет. Guess I'll stop what I'm busy with now. Да мы ничего делать-то не будем. Так, это броня, которая сейчас на мне. Нет, это не та, которая на мне. Почему-то я могу ее улучшить теперь, для чего? Не знаю. Мне кажется, логичнее было бы улучшать то, что конкретно на мне сейчас находится, нет? Так, мы золотой не можем. Посмотрите, золотой, кстати, по статам уже проваливается моим доспехом. Я бы, наверное, вот это вот сделал. Кстати, я прикольный доспех открыл. Ну, как мне кажется, он клево выглядит, вот этот вот тюра доспех. Но статы просто никакие. Мне надо будет так долго его прокачивать. Ну, правда, он, кстати, качается все же до 5 уровня. Короче, в любом случае надо ждать, пока дадут броню получше. Я сейчас вот до 5 уровня эту броню поднял, до этого я с 3-м, да, ходил, то есть на 2 уровня был скачан. До этого с 1 на 3 я тоже прыгнул сразу. Но вот пока нет прям идеального сета, который я бы увидел, сказал, да, все, в этом сете я хочу всю игру ходить. Ну, до конца. Я не знаю, есть ли НГ плюс здесь или нет, но я бы, типа, даже мог бы, наверное, НГ плюс пройти и дособирать там какие-то коллектаблс. Ну, либо просто дособирать их все и по игре еще побродить. Но уже как бы в самой клевой, красивой броне, которая мне бы нравилась. Так, это, возможно, кстати, улучшение шкалы ярости, нет? Нет, это тайнопись, кстати. Вторая из 4. Так, ну что, тут враг? Да. Ну, давай. Еще не видно. Он что тут стоит? Кстати, забыл сказать, что мы боги, да. 2 секунды уже как не говорил. Отправляйся, давай. Можешь нас еще богичными богами называть, я не против. Так, подъем это, конечно, прикольно. А зачем здесь этот... Стоп, мы из нее вышли, правильно? Так, я что-то подумал, что мы оттуда спустились. Все, нормально. Амнезия, типа, доконает когда-нибудь. Причем именно такая, где я забываю то, что происходило 2 минуты назад. А потом все нормально. Так, вот она, кстати, вершина горы. А как мы туда? Неужели это сдвоенная вершина? Come on, you two. The silence is getting unnerving. Don't worry about it. We're focusing. А, ну да, кстати. Мы же тут в прошлый раз выходили. И по этой дороге шли.
Но вообще не прикольно здесь припрятали второй заход. То есть я, по-моему, даже первый раз его и не заметил. Но я на старых локациях посмотрел, я там у воронов, которые прям просто в упор стоят, не видел. Видимо, о чем-то разговаривали. После боя просто куда-то пошел, там какой-нибудь сундук увидел, побежал. Ну вот я в итоге целый сет мифически собрал. Руки, кстати, тоже довольно неплохо выглядят. Ну и мои вот, которые эти с желтыми такими частями. Тоже вполне себе так. Последняя чаша осталась. Понятия не имею. Nearly there now. Finally. Пошли в Йодунхейм. Boy, the rune. Carve along that. То есть он начинает зажигать, но если круга нет вокруг, то все равно не работает. Wow. Yonan. We made it. Beautiful, isn't it? Why, I remember once. Bother, look out! Бальдок пришел. Ну, кстати, я же реально один в прошлый раз брался. А теперь мы вдвоем сможем навалять. Really? Walter, let him go. Take me instead. I'll do whatever you want. Shut up. All this time, I thought I needed you. But you're just meat. Turns out, the boy is the brains. Серьезно, как мы теперь туда попадем? Отличная идея, Кратос, развалить ворота. You broke the gate. That was our only way to Yonahan. Stupid son of a bitch. Get out of here, boy. Yes, by all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you. Let go! Calm down, boy. You are not ready for this. I am ready. Да ты гений, ну давай, пусть у тебя жопа не дерет. Your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Atreus! Don't you know when to give up? Stay!
Я вот только что хотел сказать. В чем смысл ХП, если нет геймплея? Ну, парирование не пригодилось, я бы так сказал. Я думал, ты умный, реально. Походу, нет. Смотри, чтоб штаны не слетели. С помадой у меня собралось. Ну, тут он хотя бы не уворачивается. Мне кажется, кого-то все спеть сбили. А, ну я про Трея, да, про Трея. Ему крылу не больно будет? Так, в чем замысел? А, ну да, он ему типа как раз прорезал прям посильнее крыло, чтобы тот упал. Who's activated the bridge? Hey, I ask you a question. And when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down on you. Что, боишься, что один не справишься? Is it? So be it. Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill him. You know I will. What did you do? Boy! Я, кстати, сам не понял, что мы сделали. Но это, по-моему, та локация, где должен был до края моста дойти. Забрать сердце и вернуться. Boy. I'm here. Stay still. Мне тут еще Зевс привиделся. You will listen to me and not speak a word. I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never forget that. Плюс тебе наваляли, я думаю, ты понял, что ты не супер всесильный бог. Офигенно вернулся на вершину. Упал вообще, блин, пойми куда. Но, кстати, Хельхейм, да, я же тогда еще говорил, что здесь сундуки остались, которые надо собрать.
И скорее всего мы как-то с Атреем сюда попадем. Вот мы здесь. Wow, it's cold. This is hell? Not just hell. Worst place in hell you could have put us. I see a ship. Get us there. It only takes us halfway to Tyr's temple, but at least it gets us far from here. For a thousand mortal lifetimes, the Bridgekeeper kept the living out of this place. But now that you've ripped his heart out, here we are. Funny how it all comes around. You should pay for what he said about mother. Boy. That wasn't me. Да, это воспоминание. Видимо, теперь с нами еще будут шуточки играть. Запускать нам наши разные фразы. Ну, может, он сейчас как раз со стороны посмотрит на это. Do not dwell on those thoughts. Not here. Yeah. We must keep moving. Yeah. Да говорит, не я, я так не мог, ага. А я богов не люблю убивать. Ed, what was that? Not just the old and sick come to Helheim, so do the criminals. Hell must not draw a distinction between us and those whom these visions are meant to torture. How do we stop it? Escape Hell, as soon as possible. I'm not gonna let it bother me. Like you said, Mimir, it was just an illusion. That wasn't me. No. But it is who you have become of late. Look, I know I got us in there. But I'll get us out. Whoever I am. I will get us out. You will follow orders. But maybe that's not one. It had better be. Now let me focus. Так, а где вторую штучку взять? Я бы там еще корни эти разбить хотел. I don't mean to hurry you, but faster? Let me think. Что фастер-то? Ты мне скажи, блин, что делать, я тогда буду супер быстро бегать и делать это. Так, кстати, оно же сейчас открыто, я могу просто заморозить. И бахнуть во вторую. Ну, точнее наоборот, вот так вот. Да, все. Способ остался прежде. Нет. Ну скажите, что это шутка. Зачем я топор забрал, вот мне интересно. После того, как я уже все сделал. Надо было просто подойти к нему открыть. Бесконечно.
Так, пламя хаоса. Ага, для улучшения клиночков. Нормально. Я думал, все-таки это уже ресурс, который позволит мне те золотые доспехи сделать, например. Но нет. Это слишком много. Так, основной путь идет сюда. А что здесь? Там, кстати, сундук. Я хочу взять. Нет? Ну, видимо, не хочу. Хотя погодь, сюда можно подумать. Да, я думаю, что все-таки хочу. Так, это я, конечно, прикольно придумал. Давай. Так, я по идее должен разбежаться отсюда, прыгнуть туда. Правильно? Не знаю. Мне дальше нельзя. Так, а чё тогда? Не, значит, то, как я в первый раз подвинул, как раз то самое. Просто, как мне казаться с этой стороны, чтобы залезть туда? Так, погоди. А я вообще с пустого места могу прыгнуть или нет? Ну, то есть вот отсюда вот. Грубо говоря, да? Я навожусь, я не могу прыгать. Отсюда я, очевидно, не достаю. Бой вообще там стоит. Может, если вообще до конца продвинуть, оно упадет и на середине застрянет. Ну, что-то мне слабо в это верится. Так, ну подожди, если совсем назад вернуться. Вот если вот я отсюда попробую прыгнуть. Ага, вот и все. Ну, кстати, они уголком льда показали, да, что из четырех сторон только на двух. И типа подумай, откуда ты должен прыгать. Все, погнали. Слишком долго я с этим сундуком возился. Где? I would never stay out of sight. You had no right. I had every right. I am your mother. You had no right, Rich. I can't taste. I can't smell. I can't even feel the temperature of this room. Feasting, drinking, women. It's all gone. You never gone. To feel pain again. Death has no power over you now. You would rather die? Она его мать, Лора. I would rather die. Yes. Take it away, Mama. I can't. Please. Please take it away. It doesn't work like that. Son,
Freya is his mother. Why did you what keep this from us, Head? Would you believe it slipped my mind? What I would not. I'm at a loss. I assure you, I've no reason to keep such a thing a secret. There's the boat. We will speak more of this soon. Теперь я ни Фрей не доверяю, ни Ниверу. Так, а что вообще полез? Мне к кораблю надо. А, все, понял. Вопросов больше не имею. Мне просто в какой-то момент показалось, что я ползу прямо туда, где он сейчас был. Вообще, блин, было бы клево, если бы в играх, если персонаж услышал какую-то информацию, да, с помощью которой можно давить на врага, он бы ее использовал во время диалога или там вспомнил бы о ней и сказал, ну че тебе так, как там решение твоей мамаши? Все нравится, супер, ой, что-то походу тебе не нравится, ну знаете, чтобы больше разбесить, потому что ты эту инфу знаешь, и ты бы хотел так сделать, потому что они постоянно над тобой прикалываются. А тут можно было бы вас ярчику дать. Вот узнаю, использует кратко эту инфу или нет. Мне кажется, максимум, что он сделает, это просто у Фрейда поинтересуется. Я почему-то нам не рассказал. Как будто сам много кому что рассказывает. Я вообще хотел вот это вот сделать. To do after I kill you. Who is that? We must hurry. Я надеюсь, это не Зевс. Причем очень. Ага. Так, мы, конечно, могли бы поспешить, но все-таки здесь сундучелло. А, ну тут надо рунки просто уничтожить, печать. Хорошо, должно быть недолго. И чё? Двигаем дальше.
Я думал, что если там выйти на небольшой балкончик, будет еще одна рунка. Ага, и это самое как. Интересно. Ладно, я уверен, что сюда еще потом можно будет вернуться, ну потому что нам наверняка надо будет его собрать. Все, погнали, это будет долгая серия, рендерить вот 10 часов, наплевать, надо завершить ее. И логически, я не знаю, уплыть. Give me space to work. А что мы пытаемся сделать? Сжечь кучу? Как корабль от этого поплывет? Так, ну я пойду и подожгу, видимо, для чего-то реально надо. Let me help. What can I do? You have done Может, enough. Типа, логика в том, что будет подниматься горячий дым и паруса, но парусов нет. The sails are intact. Вот теперь они есть. We're moving. Great. Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall, which, sadly, we are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Sigfotnir? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Nevertheless, this is the boat так, we have. Так, ну тут очень много хилочек. А значит, будет очень много боев на корабле. Perhaps the biggest iceberg I've ever seen. At least the fire's making heat. What now? Ну а сейчас мы наконец закончим серию. Мы хотя бы чуть-чуть отплыли. А дальше посмотрим, куда мы будем продвигаться уже в следующей серии. Спасибо большое, что посмотрели. С вами был Джек. Увидимся и счастливо.